Виртуальное общение в мире музыки. Ученики музыкальных школ города и поселка Искатели стали зрителями онлайн-выступления Уральского музыкального колледжа. Этот концерт – один из практических результатов второго фестиваля классической музыки «Дни высокой музыки в Арктике». Камерный оркестр музыкального колледжа играет музыку великих династий. Концертная программа составлена к 400-летию восстановления российской государственности и 175-летию основания музыкального общества. Его основателем была династия Романовых, при которых в России появились учебные, театральные и концертные организации. Уникальные произведения самого императора Александра II слушали в Надыме, Севастополе и Нарьян-Маре одновременно. Трансляция концерта шла в прямом эфире. Это как бы является продолжением дней высокой музыки в Нарьян-Маре, в Арктике. И вот при этой встрече мы, значит, решили, что взаимная связь между Уральским музыкальным колледжем и нашим округом должна быть. Сотрудничество с колледжем, в котором получают как общее, так и музыкальное образование, открывает дорогу в мир музыки талантливым ребятам. Например, после окончания СУЗа есть возможность поступить в консерваторию. А еще это онлайн-концерты и мастер-классы. Я думаю, что это должно прижиться. И если действительно вот интернет нам позволит и это осуществить даже в стенах школы нашей самостоятельно, то это будет еще лучше, проще нам будет, проще их собрать в школе, большее количество детей, да, вот, и, ну, я думаю, что это интересно, это здорово, и для развития детей это огромный-огромный плюс. К сожалению, первый виртуальный концерт нарьян-марские зрители увидели не до конца, не позволил интернет. Однако его организаторы пообещали сделать запись и отправить ее ученикам музыкальных школ округа, чтобы высокое искусство было доступно каждому. Валентина Чибичик, Александр Дуркин, телеканал «Север».